Олега. Сегодня у Олега шанс есть. Но не получилось, опоздали. То остановки потеряли, то лыжки намазали. Лачки дома забыли. Да, и вот сейчас характерно, что с места финиша едет автобус на место старта. Засекреченное место, никто не знает. Людей то отвозят, там стартуют и будут поднимать финиш здесь. Очень интересно. Все, с Богом.